Так, основной сюжет. Троечка. Загрузить. Что там? Короче, где-то на Кархале. Какое-то там задание надо выбрать. А, артефакт. Ключ. Значит, артефакт Зелнаги. Его хотят спиздить. Его нужно спиздить раньше, чем они спиздят его. Ну, первая миссия мне понравилась. Ничего, тут уплотно. Так, что, звездная карта. В ядре я был, там ничего не менял. На мостике. На мостике. Ну и военный совет, там ничего нового не было. Задание надо начинать. Корпус Мёбиуса вместе с артефактом направляется в порт Беннета. Их надо остановить, пока они не сбежали. Так, 15 саларита. И будет у нас бессмертный. Мёбиусы. Ключ обнаружен. Погнали. О, гибриды. В этой битве вам будут помогать союзники-тираны. Скоординируйте ваши атаки, чтобы отбить ключ. Ничего не знаю, если таймеров никаких нету, я сижу, развиваюсь. Все прокачиваю, оборону делаю, и потом уже какие угодно ключи там и так далее. Добро пожаловать в порт Беннета. То, что от него осталось. Корпус Мёбиуса окопался здесь и не подпустит нас к артефакту. Валериан уже строит базу. Как только он... Рейнар, что происходит? Гибриды вливают в ключ энергию пустоты. Излучаемое им псионное воздействие помутило разум тиранов. Отправь туда бессмертных. Нам понадобится тяжелая техника, чтобы защитить тиранов, пока излучение не прекратится. Дружище, ты нас снова спас. Я уж думал, у меня мозги через уши вытекут. Ключ скоро перезарядится, командир. И тогда они снова его активируют. Мы должны его получить. А чтоб их. Ну что, пушки к бою, напарник? Техники может строить бессмертных. Они очень эффективны как для нападения, так и для защиты союзников. А теперь мои парни зададут корпусу Мёбиуса жару. Как только организуете оборону, присоединяйтесь к нам. А что делать-то надо? Эта псионная атака дорого нам обошлась. Мои войска понесли большие потери. На возведение укреплений понадобится время. Постарайтесь сдержать натиск противника. Без проблем. Вас никто не тронет. Главное, чтобы они не врубили этот чертов ключ еще раз. Командный центр Валериана. Ни хрена тут стоит эта херня.
Некоторые исследовательские комплексы Доминиона подверглись атаке. Если вы спасете наших ученых, я верну вам все собранные в них технологии протосов. Угу. Вот это мне интересно, что будет следующий выброс. Очередной выброс. В это время мы сможем защитить наших союзников от гибридов, а также напасть на корпус Мёбиуса. Что у него там есть, барит? Пускай запоют наши пушки. Идем на победу. Командир, войска готовы. Отряды Доминиона вступают в бой с корпусом Мёбиуса. Я вернулся, чтобы служить. Мёбиуса направляется к нашему Нексусу. Готовьтесь к битве! Покоритесь! Или умолкните навеки! Я вернулся, чтобы служить. Лос.
Спускает мощные энергетические волны. Похоже, скоро будет еще один удар. Я вернулся, чтобы служить. Ветер пока не буду строить. Их оборона пала. Поставим там бункеры. Союзники вступили в бой. Мощь ключа воздействует на всех тиранов, включая солдат корпуса. Когда наши союзники будут в безопасности, мы сможем нанести удар. Каждому воздастся по заслугам. Мертвы. Вперед! Мы должны забрать ключ. Мы идем на победу. Верить не могу, что мы все еще живы. Мы оставим здесь нескольких медиков. Вдруг они вам пригодятся. Дьявол! Как же у меня башка болит. Спасибо за помощь, Артанис. Улучшение завершено.
как завод, но это просто строить. Улучшение завершено. Я вернулся, чтобы служить. Перезарядиться, Иерарх. Мы должны будем снова защищать наших союзников от гибридов. Какое-то время. Спасибо, что прикрыли нас. Выставите здесь линию обороны. Чтобы служить.
доспехи. Продвигайтесь вперед. Я здесь. Очередной выброс. В это время мы сможем защитить наших союзников от гибридов, а также напасть на корпус Мёбиуса. Я не буду служить тебе. Слава небесам. Почти все погибли. Осталось лишь несколько медеваков. Я отправлю их на помощь императору. И вступили в бой. Терпеть. Пора задать им жару. Спасибо за помощь. Мы отправили на передовую все уцелевшие научные суда. Император Валерия, мы обеспечили безопасность всех комплексов, подвергшихся нападению. Я не забуду вашей доброты, иерарх. Затмение. Хорошо. База атакована. Да не тут там было. Yeah.
чисто. Отличная работа. Я организую здесь линию обороны. Энергетический скачок. Полагаю, ключ скоро испустит еще одну псионную волну. Месторождение минералов истощено. Двигаться дальше. Ваши союзники вступили в бой. Надоело. Пошли покажем им, что такое боль. Так, что он там? Пошли, пошли. Крадущийся тень, что ты предложишь? Пустота холодна. Вот и все. Мы вытеснили силы корпуса Мёбиуса. Черт, ты только посмотри. Даже зерги не сделали такого с городом.
знал этого воина? Нет. Но я знаю его историю. Все их истории. Они не думали, что все закончится так. Поступают доклады. Миры Доминиона разорены. Форпосты разрушены. Столько ребят погибло. Воинов. Смерть — судьба всех воинов. Судьба, которую вскоре можем встретить и мы. Судьба — это не приговор. Я думаю, уж если Зератул верил, что ты сможешь все изменить, эта война только начинается. У вас принято пожимать руку друга. Ведь так? Задаем жару. Это задание первое всегда выполнили. Так, здесь 80 и более противников. Пораженных выбросом. Так, а здесь что? Ладно, бессмертный появился. Прикольный юнит. Так вот, воздух мне такой. Рахана! Хранитель! Рахана! Артанис! Амун. Я чувствую твои сомнения, страх, одиночество. Ты блуждаешь во тьме. Дай мне освободить тебя, вас всех, от мук этой жизни. Бесконечный цикл раздора и страданий подходит к концу. Твои слова яд, Амун. То, что ты делаешь, ведет лишь к смерти. Я дарую предназначение, конец цикла, навязанного всем вам. Сопротивление лишь приумножит страдания. Понимаешь, почему тебя нужно отделить от Кхалы? Ее свет угас. Я не поддамся. Я выдержу. Я испытала его гнев. Видела его правду. Если ты не оборвешь связь с Кхалой, тебя придется лишить свободы. Держать в стазисе. Я сохраню Кхалу любой ценой. Если это цена заточения, так тому и быть. Копье Адуна.
Так, ядро-то пополнилось. Каракс. Посмотри, иерарх. Этот материал самостоятельно восстанавливается. Неудивительно, что тираны считали, что он родом из недавней эпохи. По моему мнению, этому артефакту несколько миллиардов лет, если не больше. В своем пророчестве Зератул сказал, что ключ может привести нас к надежде. Что, по-твоему, это значит? Привести нас к надежде. Похоже на зашифрованное сообщение. Ключ способен управлять потоками энергии, но это не единственное его предназначение. Я считаю, что он также хранит данные о месте своего происхождения. Месте происхождения? Да. Я обязательно узнаю, как он должен привести нас к Зелнага. Удвой усилия, Каракс. У нас мало времени. А чтобы открылось, что нужно? Саларита. А здесь-то вот что открывается? Ну ладно. Распределите Саларит. Ладно, это пока пусть все так и будет. Военный совет заглянем. Это пускай стоит. А здесь у нас Юрий. Иерарх, наша армия пополнилась роботизированными штурмовыми войсками. И главное, что-то третье есть у них закрытое. Это интересно. Бессмертный. Я вернулся, чтобы служить. Защитный барьер улучшили. Адун Таридас. Урон наземным и воздушным целям. А вот это интересно, а этот... Я вернулся, чтобы служить. Просто он бронированный получше. Адун Таридас. А, нет, это просто выстрел. И КД-45. Ладно, пускай будет бесполезно. А эти все приколы в какой-нибудь другой миссии попробовать можно. На мостике еще тут Альтанис. Рейнар разделяет со мной горечь утраты Зератула. Здравствуйте, ваше высочество. Никогда до этого не говорил с Протасом. Если я что-то и узнал от командира Рейнара, Рори Свон, так это то, что наши народы похожи. Я слушаю тебя. Ладно. Итак, артефакт, ваш ключ уже у вас. Сейчас мы передаем данные вашему инженеру. Спасибо. Передай мою благодарность командиру Рейнару. Непременно, шеф. Шеф? Ну и какое задание? Ну все, перелет. На Шакурасе. Ну-ка.
Зератул, друг мой, ключ, о котором ты говорил, у нас. Но одной лишь веры в спасение недостаточно, чтобы остановить Амуна. Неразим и Шакураса ритуально прерывают свою связь с Кхалой. Благодаря этому лишь они из всех перворожденных сохранили свободу. До них нужно добраться, прежде чем это сделает Амун. А здесь? Как и иерарху мне рассказали о местоположении комплекса, где ученые Кхалаи экспериментировали с секретным оружием. Программа создания чистильщиков была возрождена в исследовательском комплексе на Гласиусе. Мы должны получить столь мощную технологию. Я думаю, Шакура с нами в первую очередь полетит. Но здесь я сохранюсь. И потом доиграю.